вот настает время второго полуфинального матча чемпионата Европы по мотоболу, который проходит в городах Вальрес и Камарет. Второй день соревнований полуфинала и финала проходит в Камарет. Сегодня мы видели участие молодежных команд сборной России, Франции, Германии. Сборной Франции и Германии. Сейчас мы видим полуфинальный матч Белоруссия-Франция. Перед этим сборная России разгромила сборную Германии в полуфинале. Теперь ждем победителя вот этой игры, который будет играть со сборной России в финале чемпионата России 2017. Напомню, это 31-й чемпионат России. Вот сейчас проходит приветствие, конечно, местной команды, местной, как сказать, ну, сборной Франции. Конечно же, все жители Франции, вот, которые имели возможность приехать на эту игру, приехали и сейчас приветствуют свою команду. Разрешите представить коротко сборная Франции. Ну, кто уже смотрит трансляцию, наверное, знает игроков, выбрали, за кем они наблюдают. Вот первый номер, вратарь Кевин Плейндоу. Второй вратарь, 16 номер, Жан-Марк Ландрел. Второй номер, игрок сборной Франции, Дэвид Ферьер. По третьим номерам играет Джезон Нюзо. Четвертый номер, это вот лидер команды Оливье Бонжо. Сейчас звучит гимн Беларуси. После его я продолжу свою трансляцию. Четвертый номер Оливье Бонжо, любимец публики, капитан команды. Пятый номер Стефан Фрес. Шестой Грегори Гранжо. Седьмой Конта Флорес. Восьмой Луи Маня. Хороший такой игрок. Девятый Роман Флонда. Тренер Джеральд Мейер. Сейчас звучит гимн Франции. Марсельеза. Вот что приятно, вот люди, которые стоят, смотрят эту вот, трансляцию местные, начинают вместе с маршами петь. Это вот хорошая такая черта, очень приятно. Везде флаги Франции, люди обнявшиеся, вот как и на центре поля стоят, объединяют всех. Вот это национальная гордость за свою страну. Люди, вот видим, огромными флагами пришли, разместили палатки с детьми. Вот заняли практически... О! Вот вы слышите, вот тут рядом со мной тоже поют ребята, очень хорошо. И очень большое количество сегодня людей, которые смотрят, вот, аплодируют открытию. Это все ждут хорошей, красивой игры, конечно, победы своей команды. Ну, напомню, сегодня судейская бригада, конечно, не очень хорошие судьи в поле. Это Томас Тимон и Парт Пумба. Боковые арбитры бригады украинских судей — это Геннадий Вакула и Роман Кулик. Ну вот судьи разрешают спортсменам совершить вот такой традиционный обряд в мотоболе, как говорится. Мотоболисты проезжают вдоль трибун, приветствуют зрителей, которые пришли на них смотреть. Приветствуют всех людей, которые пришли на матч с Россией. Вот проезжает сборная Франции. Вы слышите, как люди приветствуют свою команду любимую.
Надеемся, игра будет очень красивой. Победит сильнейший. Вот эти перипетии судейские, которые вот уже случались вот с этой немецкой бригадой. Почему-то их опять поставили. Ну, вы все увидите сами. Прямые трансляции promotable.ru. Ничего мы не скрываем, говорим только правду. С нами интересно будет. Вы все увидите сами, примите свое решение. Ну вот с мячом команда Беларусь. Основной состав выходит боевой на эту встречу. Белорусы слева от меня, французы справа. Ну, начинаем, поехали, как говорится. Ну вот с мячом Николай Бойко, явный лидер команды. Он вот своим таким напором, мастерством помогал белорусской команде в решающие минуты, забивая. Ну вот атака такая скоростная французская прошла мимо ворот команды Беларусь. И вовремя защитник, проведя правильные такие маневры, увел без нарушения французского нападающего в сторону от ворот. И вот розыгрыш от ворот. Команда Беларуси пытается закрепиться, перейти на сторону французов. Ну вот, восьмой номер, я говорил обратить на него внимание. Ну вот, Геннадий Вакула, конечно, очень трудно ему судить. Вот под натиском французских болельщиков, которые любое действие против своей команды уже чуть ли не враг народа становится. Ну вот, считают, что неправильная была атака, блокировка. Французская команда начинается со своей половины. Ну, такая быстрый проход, такая молниеносная игра. Ну, вот, перехватывает Николай. Нет, это не Николай Бойко, вот сейчас. Все смотрят на арбитра, он считает, что игрок, который был с мячом, и никого не трое, второй номер, это у нас сборной Беларуси Александр Лужанин, оказывается, локтем нанес удар, который прямо перед ним стоял игрок. Ну вот, у нас Парт Пумба, так вот будем, удар французов, ну... Завершается успехом Дмитрий Ляховец. Ну, как-то вот так неудобно отбил мяч. И он влетел в угол ворот. 1-0. Сборная Франции на радость зрителей впереди. Николай Бойко вот такими, знаете, с сольными проходами. Ну, вот не получается. Французы оттесняют Николая. Вот Коля... Левша вовремя движением назад мотоцикл остановили Николая. У Николая мяч полетел вперед, а Коля уперся в колесо назад сдающего спортсмена. Но наши арбитры из Германии этого не видят почему-то. Ну вот у них, знаете, такие своеобразные на глазах, может быть, стоят линзы. Конечно, мы понимаем, что не дадут французы выиграть белорусам. Но будем смотреть. Только забитые голы могут решить этот спор. Вот Николай Бойко запускает Сергея Куприянчика. Сергей Куприянчик тоже вот понравился на этом турнире. Такой, знаете, хороший игрок. Такой многоуровневый, многоплановый, который везде успевает помогать команде. Забил на этом турнире много голов. Ну вот, может, кто впервые подключился, вот у вас есть еще возможность увидеть Антона Власовца. Антон Власовец в этом вот чемпионате принимает участие за сборную Беларуси. Ну, Антон, так знаете, в неплохой форме и долго в периодах играл, не выходил. Вот когда трудно было, вот у них была игра. Ну, может, мы еще увидим его, и вы увидите, как Антон Власовец, вот мастерство этого знаменитого легендарного игрока,
Вот Николай Бойко пытается вот в одиночку, ребята ему пытаются открыть коридор, потому что Коля обладает таким мощным, точным ударом. Но главное, чтобы была возможность его совершить. Вот плотно-плотно восьмой номер. Ну, такой приятно смотреть на этого игрока, такой рабочий. Вот судья фиксирует. Это Томас Тимон. Вот какую-то травму получил французский спортсмен. Не знаю, что там с ним. Это вот восьмой номер, которого я похвалил. Хороший парень, работоспособный. Но вот видно, что-то с рукой. В начале турнира, прям в самой первой игре, такой хороший лидер команды получил травму. У него там было что-то с пальцем. Сейчас вот опять восьмой номер. Ну, встает. Мотоболи серьезные ребята. Ну, боль как бы не про нас. Вот сейчас он встал. Ну, наверное, сядет на мотоцикл и будет все хорошо. Ну, вот рядом у меня тут стоит Роман Децина. Роман в хорошем настроении. Сборная одержала трудную победу в этой игре сегодняшней. Вышла в финал. Роман, как вы думаете, кто сегодня победит? Ну, будем болеть за белорусов, конечно. Ну, победит сильнейший. Ну вот, Роман знает только одно слово. Победит сильнейший, потому что у него настрой только на победу, только на сильную игру. Ну вот, знаете, заменили, по-моему, восьмого номера, укатили мотоцикл. Ну, я думаю, он просто хороший такой игрок. Поступит. Ну вот, бьет Александр Лужанин штрафной в сторону белорусов. Ой, в сторону французов бьет белорус. Ну, еще как-то он, Николай Бойко, врезался. Мяч выше ворот. Ну, пока нервы, потому что все понимают, каждый момент надо использовать 100%. И поэтому старается игрок очень сильно ударить, чтобы забить гол. Ну, вот так улетел мотоцикл выше ворот. И тем более что-то сломалось у него, потому что Александр Лужанин едет по бровке. Видно, вот после столкновения с Николаем Бойко что-то произошло с мотоциклом. Не совсем он четко проконтролировал уход свой с виража. Ну вот от ворот сборная Беларусь пытается, ну пока будем говорить так, сравнять счет. Ну, с мячом Николай Бойко проходит с пятым номером сборной Беларуси. Это Вячеслав Артем. Ну, вот французы перехватывают мяч. Такой проход. Проход совершили, который, ну, уходом мяча на аут завершается. Ну, вот так как ушел от белорусского спортсмена, разыгрывают французы. Остается мяч Оливье Банжо. Вот Оливье Банжо с удовольствием, знаете, как, ну как сказать, соспонсировал или просто подарил нам свою игровую майку, которую мы сумеем, скорее всего, подписать игроками сборной Франции и попробуем ее как-то разыграть. Но это чуть позже. Слушайте и смотрите про motobol.ru, и вы будете всегда в новостях. Ну вот, штрафной. Французы разгоняются. Сильный удар, но попадает в стенку. В стенку. Ну вот сейчас французы мощно сыграли на подборе. Мяч у них. Пытаются, вот знаете, как бы так растащить оборону. Вот пас. Ну перехватывает вратарь сборной Беларуси Дмитрий Ляховец. Иначе бы мог там французский игрок, который находился на углу, завладеть мячом. Вот сейчас Сергей Куприянчик при переходе центра получает мяч. Вот постепенно белорусы пытаются навязать свою позиционную борьбу. Так спокойно. Но очень-очень плотно французы следят. Ох, ну в хорошем направлении. Хорошее было место для удара. Но чуть бы поточнее, Сергей.
не смог реализовать этот момент. Мяч ушел выше ворот. Команда Франции начинает со своего поля. Но таким мощным Оливье Банжо отдает шестому номеру своей команды. Грегори Гранжо. Удар, ну вот ахнул стадион. Ну, мимо штанги пролетел мяч за пределы ворот. Пока счет прежний 1-0 в пользу Франции. От ворот Беларусь. Ну вот в таком хорошем стиле обыграл Францию. Вот опять Сергей Куприянчик, но он плотно был зажат французским защитником. Удар получился, ну как, вроде, знаете, как удар. Ну как хотел Сергей, не получилось. Французы плотно его опекали, но не дают. Конечно, сейчас играют самые сильные команды чемпионата Европы. За выход в полуфинал, конечно, никто не будет допускать ошибки. Потому что любая ошибка выводит вперед. Вот он, хороший такая комбинация, проход, пас, удар. И вот, знаете, об штангу мяч в дальний ударился, но не заскочил в ворота, а вышел в поле. Ну вот такая хорошая комбинация французской сборной. Надо дать должное, красивая такая, грамотная, быстрая. Белорусы никого не прикрывали в этом углу. Ну вот сейчас штрафной в сторону белорусской команды. Французы там переговаривают, видно, какую-то будут разыгрывать комбинацию, потому что вот известна команда Франции вот такими комбинационными действиями. Такие у них интересные заготовки. Ну вот сейчас Грегори Гранжо бьет. Александр Дмитрий Ляховец отбивает этот мяч, но французы быстро им овладевают. Вот сборная Франции пробует атаковать. Вот знаете, такие движения, которые завораживают зрителей, не понимая, что будет делать спортсмен. И вот они... Грегори Гранжо сейчас вот чуть замедлился, и тут же защитник сборной Беларусь плотно прижимается к нему, но судья из Германии Парт Пумба фиксирует, что это жесткое нападение на игрока Франции, ставит 16-метровый в сторону ворот Беларуси. Вот непонятно, кто будет быть. Оливье Банжо. Такой, знаете, на технику удар. В дальний от вратаря верхний угол пытался забить Оливье Банжо. Но пока не получается. С мячом Николай Бойко от ворот пытается разыграть. Пройти центр наполовину французской команды. Вот он сыграл сейчас с Вячеславом Лемешевским. Слава, напомню, тренируется и играет за клуб «Колос», город Ипатово, Старопольский край. Вот сейчас его зажали там, тренирует его Сергей Крошка, известный наш спортсмен. Привет его родителям, привет станице Кущевской, привет Назлимову Михаилу, президенту клуба «Комета». Вот откуда вырос и Сергей Крошка, еще много-много спортсменов. И Алексей Молодушка, передаю привет всем ихним родителям, не переживайте, с ребятами. Красивая комбинация вот в исполнении французской команды. Такой, знаете, верховой пас, и привстав с мотоцикла, он вколачивает в девятку сбоку ближнюю. Вот от, ну не, это было дальнее, потому что Дмитрий Ляховец не успел добежать туда, и он в девятину вколотил. 2-0, Франция впереди, два красивых гола показала сборная Франции. Команда Беларусь пока ничего не может предпринять, не получается у них пройти, не получается пока нанести удар. Ну, будем ждать дальше, что получится. С мячом Николай Бойко. Плотно с Николаем играет седьмой номер французской команды. Коля вот так сходу бьет, попадает в Грегори Гранжо.
Мяч остается в поле, им завладевают французские спортсмены. Почему-то как-то белорусы, вот знаете, еще вот растеряны под этим натиском французской сборной. Но это не страшно, мы уже не первый раз видели, как играют белорусские спортсмены. Сейчас пройдет вот этот шок, ребята настроятся, значит, урать. Ну вот показывают, не со стороны мяча ударили Грегори Гранжо. Устанавливается партнам Пумба мяч в сторону 16-метровой, в сторону белорусской команды. Грегори Гранжо разгоняет, такой мощный разгон. Сильный удар попадает в пятого номера Вячеслава Артема. Ну, все нормально, Вячеслав, в строю. Просто мы сегодня много видели, что после сильнейших ударов вот игроков нашей сборной Сергея Крошки, Владимира Сосницкого, многие игроки как бы находились в маленьком таком нокдауне. Ну, все, слава богу, было хорошо. Может, жара действует на ребят, они вот этих ударов просто, ну, плывут мозги, поверьте. Жара, такое напряжение в касках сегодня в Провансале играют ребята. Ну вот, пытаются белорусы пройти через центр. Плотно работают с ними французские спортсмены. Ну вот, удалось сборной Беларуси пройти наполовину французов. Николай Бойко получает пас, пытается Николай пройти. Ну вот, не со стороны мяча его встречает Джезон Нюзо. Ставится стенка, 16 метров. Томас Тимон ставит, делает предупреждение игрокам, отчитывает, ставит на 16-метровый отметку мяч. На разгоне стоит Николай Бойко. Ну вот, что-то показывает Пауэр Пумба Томасу Тимон, что-то он сделал не так, мочает головой. Наверное, ругает, что он пытается там как-то поругать это французских спортсменов. Ну вот, свисток показывает об окончании первого периода. 2-0, Франция впереди, Беларуси еще много надо делать в этом отрезке во втором периоде. Не оставайтесь с нами, все будет весело. Вот сейчас такое маленькое техническое недоразумение получилось на этом периоде, потому что надо играть по 20 минут, но вот по привычке, что были по 15, вот сейчас игры проходили, да, вот полуфиналы 4 по 20, поэтому сейчас судьи решили, что надо доиграть 5 минут, поэтому извините, будьте с нами, у нас интересно, вы узнаете очень многое про европейский мотобол. Ну вот, с мячом сборная Франции начинают со своей половины поля таким, знаете, разводом, выводят на контратаку. Оливье Банжо, красивый пас. Ну вот красиво играет. Вот комбинационный мотобол. Французы, знаете, вот в любой разрез, который только может, сразу идет пас. И там игрок добивает. Вратарю очень трудно вот метаться из стороны в сторону. Поэтому любая ошибка может привести к голу. Вот с дальнего такой навесной удар бил третий номер французов. Но мяч выше ворот, дальше улетел, пока белорусов все нормально. Ну, пока счет 2-0, белорусам надо предпринимать какие-то действия. Вот они проходят центр. Оливье Банжон, знаете, так сзади, крадючись, влетает между двух игроков. И начинается вот такая борьба за мяч, но побеждает белорусский спортсмен. Уходит от преследования этого знаменитого французского спортсмена. Спокойно белорусы сосредотачиваются, распределяются по полю. Но не подпускают близко французы. Пытаются сдалека наносить удары белорусские спортсмены. Вот Николай Бойко овладевает отскочившим от защитника Франции мячом. И вот таким мощным проходом в дальний угол бьет, но красавец. Вот аплодисментами очень приятно, вот когда люди ценят вот такое мастерство игроков. И Николая Бойко, который хороший на суна, и вратарь, который в таком прыжке, пролетев, ну вот вы представляете, да, футбольные ворота. Вот столько и
поймал этот мяч, зафиксировал его. И ну вот француз опять выход практически один на один. Ну вот спасает вратарь свою команду. Мяч уходит на угловой. С углового французы. Ну вот, любит свистеть немецкий судья, разыгрывает угловой, но что-то ему не нравится, что что-то не так, остановил игру. Ну вот поверьте, ломают красоту игры вот такие, знаете, не знаю, какие судьи, дотошные, недотошные, но вот ему лишь бы посвистеть, привлечь внимание. Вот хороший был выход, сейчас пас, но просто не получился удар, ударил в свой же мотоцикл. Бьющий игрок, а так бы мог бы мяч колоть. Ну, вот красиво сыграли французы сейчас. Ну, вот смотрим такие атаки. Ну, вот много присутствует на этой игре наших спортсменов сборной молодежной. Ребята вот с удовольствием взахлеб смотрят за мастерством вот таких взрослых спортсменов, которые показывают такую супер игру. Есть чему учиться. Есть как вот в себе... в голове понимать, для чего и как это сделал спортсмен. Ну вот, Грегори Гранжо пытается вот продавить такого, знаете, характерный Николая Бойко. Ну вот, опять свистит немецкий арбитр, достает карточку. И я даже гадать не буду, удалит белорусского спортсмена. Удаляет он Сергея Куприянчика. 2 минуты означает поднята зеленая карточка арбитра. Белорусы будут играть в меньшинстве. Как всегда, мы уже привыкли с европейскими командами. Ну, может, знаете ли, жесткое отношение к игре у французов ну, очень-очень не приветствуется. Потому что ну, мы привыкли в российском белорусском мотоболе к такому ну, плотному. Ну вот. Спасает Сергей Куприянчик. Вот опять пас на угол ворот. Там никто не прикрывает одиноко стоящего француза. И он практически один на один разбирается с вратарем. Ну, вот хорошая комбинация. Грегори Гранжо бил, так знаете, уходящий. Сам ехал в сторону правого угла, бил в левый. Вот такой, значит, обманный вратаря. Ну, хорошо, что он попал в защитника. Правильно занявшего место расположения в... Вот пытается опять. Ох ты. Николай Бойко сейчас покинет. Судья Пуар Пумба удаляет Николая Бойко. Сборная Беларусь играет вдвоем против 4 французских спортсменов. Ну вот любит этот судья какие-то наставления давать игрокам. Вот он. Ох. Ну вот без свистка, не объяснившим игрокам, он пытался там рассказывать все. Игроки потом начинают розыгрыш, а он их упрекает в том, что они без свистка сделали. Просто не было команды, что удар наносить после свистка. Судья должен обозначить это игрокам, а потом уже требовать их выполнения. Ну вот устанавливает стенку. Дмитрий Ляховец разгоняется. Грегори Банжо, рикошет. Но рикошет уходит выше ворот. Счет остался прежним 2-0. Но команда Беларусь начнет третий период в меньшинстве с 2 игроками. Ждем второй период. Надеюсь, больше приключений, никаких изменений не будет. Пока все интересно. Будьте с нами. Промотобол.ру. Bienvenue au championnat d'Europe du motobol à Valeriès et Camaret.
2010. Welcome to the website про matabol.ru. Сегодня мы присутствуем на полуфинальных играх. Ну, это, вернее, последняя полуфинальная игра, которая определится соперник сборной России завтра в финале чемпионата Европы по мотоболу. Франция, город Вальрес, принимал первые два дня. И вот финалы, полуфинальные игры проходят в городе Камарет. Ну, для тех, кто пропустил или недавно подключился, команда «Беларусь», удаленные два игрока. Выезжает третий номер, выезжает третий игрок. И первый же розыгрыш французской команды выводит Францию вперед 3-0. 3-0. Вот в меньшинстве играли белорусы. Но вот сейчас выезжает и Николай Бойко, потому что после пропущенного гола аннулируется штрафное время. Ну вот мы видим на поле легендарного, знаменитого Антона Власовца, играющего тренера сборной Беларуси. Я вам обещал, что мы сегодня Антона увидим. Ну вот такую сразу комбинацию со своим напарником, долгое время играющим в одном клубе, с Николаем Бойко проводит Антон. Антон такой, знаете, лидер пробивного характера. Очень трудно у Антона забрать, даже если с двух сторон будут игроки. Для Антона это не является помехой. Антон такой крупный игрок. Вот уже два удара мы видим в исполнении команды «Беларусь» за вот этот открот. От короткий отрезок времени. Видно, Антон понимает, что надо что-то менять. Вот такие, знаете, искры выскакивают из-под бутс Антона. Ну, это, знаете, подбиваются бутсы специальными такими крепкими гвоздиками, чтобы они не стирались. И вот иногда при соприкосновении с асфальтом такие красивые искры, вот в вечернее время заметные происходят. Ну, вот Грегори Гранжо, против него плотно сыграли белорусские спортсмены. Томас Тимон Ауар ставит мяч на 16-метровую отметку. Сборная Франции будет бить очередной штрафной удар в створ ворот Беларусь. Ну вот, Дмитрий Ляховец устанавливает стенку. Грегори Гранжо отдает пас своему напарнику, вернее, Оливье. Банжо отдавал пас Грегори Гранжо, чтобы Грегори там с угла. Но белорусский защитник прочитал эту комбинацию. Потихоньку белорусы начинают осваиваться. Вот читать, как говорится, домашние заготовки сборной Франции. Ну вот там проходит в углу площадки, мне не совсем видно, потому что тут большое количество зрителей, которые даже становятся на стуле, чтобы лучше было видно. Ну вот судья Пауэр Пумба проводит разъяснение, что можно начинать из-за боковой. С мячом Николай Бойко. Выход, удар Коли. Ах, отбивает вратарь, мяч, значит, так отскакивает, но не залетает в ворота, облизывая дальнюю штангу, выкатывается в поле. Ну вот первый такой хороший момент продемонстрировала сборная Беларусь. Но французы тут же на контратаке. Ну такие скоростные атаки. Вот знаете, вот такие, как наученные, оттренированные до совершенства. Все понятно, кто где будет, куда идет. Знаете, вот видно, грамотная такая игра сборной Франции дает ей сейчас возможность вести в счете 3-0. Сборная Франции впереди. Ну вот атакует Оливье Банжо. Такой головой навес. Красиво, красиво. Вот надо в записи смотреть, как это делает, ребят. Четко. Ну, Дмитрий Ляховец на месте. Поймал он этот мяч. Ну как, с трудом, конечно, вот. Потому что мяч в нижний угол летел. Ну, опасно вот комбинации французов. Хотя мяч летел долго, вратарь видел, куда он будет. Но все равно это очень опасные вот такие удары.
Ну вот, Вячеслав Лемешевский с мячом, его хотел ударить игрок сборной Франции, это Грегори Гранжо, а сам упал и вот так встает потихоньку. Ну, самое главное, стоит, но это даже не Грегори Гранжо, а Оливье. Это не Грегори Гранжо, а Оливье Бонжо, лидер команды. Вот он так хотел запечатать Славика, но Славик обладает такой хорошей скоростной ездой, ушел от этого столкновения, а Бонжо просто по инерции упал. Ну, не надо делать плохо другим, и все будет с тобой хорошо. Ну вот сборная Беларусь стоит на отметке углового розыгрыша. Напоминаю, что белорусы проигрывают 3-0 сборной Франции в полуфинальном матче. Ну вот сейчас сборная Беларусь решила поменять вратаря. Вот аплодируют зрители игре Дмитрия Ляховец. И провожает его аплодисментами. Ворота занимает Александр Калютич. Надеемся, что у Саши все получится. Ну вот, Антон Власовец разыгрывает угловой. Вот он протаранил Оливье Бонжо, который пытался там перекрыть Антону дорогу. Но Антона очень трудно удержать. Очень мощный такой игрок, такого таранного типа. Потому что, ну, бесполезно у Антона что-либо отобрать, когда Антон в настроении, когда Антон... Ну вот, пас отдал Антон, знаете, вот всю сборную Франции вытянул за собой и очистил ворота для паса, отдал пас, ну вот чуть-чуть там защитник бил сейчас Слава Лемешевский, вот между игроков прорвался, нанес удар, мяч ушел на угловой, вратарь сумел, ну вот пока, знаете, так подперли к своим воротам белорусы. Вот Антон со своим выходом усилил атакующую атаку белорусов. И вот французы ну, не могут никак что-то противопоставить. Ну вот сейчас немецкий судья показывает, что Антон специально ударил стоящего и нападающего французского. Это Парт Нойман Пумба. Нападающие показывают, что разыгрывать со своей половины поля будут французские спортсмены. Ну вот, без проблем французы проходят. Грегори Гранжо, знаете, вот так направленно в дальний угол целил, бил, но мяч прошел мимо от ворот. Ну вот сейчас Александр Калютич, вступая в игру, отдает Антону Власовцу. Антон проходит, пытается пройти центр поля на территорию французов. Французы плотно с ним работают. Мы видим, что седьмой номер, это Конта Флорес, плотно опекает Антона. Ну вот, Антон с Николаем Бойко. С Николаем Бойко прошли центр. Пытался там Оливье Бонжо там своими действиями помешать Николаю. Но поверьте, Николай очень крепкий такой, высокий спортсмен. Он там быстро справился с мотоциклом и со всем, что рядом происходило. И с мячом сборная Беларусь пытается, вот растянув оборону, вывести на пас. Вот Антон Власовец держит там спортсмена, чтобы дать Николаю, чтобы он не смог помешать Николаю при проходе нанести удар. Николай вот дергает оборону со всех сторон, пытается, но очень плотно французы играют, успевают перекрывать все такие проходы, который организовывает команда Беларусь. Вот пас, но неточный пас Николая Бойко. Мяч уходит за пределы поля. От ворот будут начинать белорусские спортсмены. 3-0 в пользу Франции.
Ну вот, покинул поле Вячеслав Лемешевский. Вот сейчас в команде Франции замена. Выехал Вячеслав Артем. Команда Беларусь обороняется. Французы очень плотно хотят увеличить разрыв в счете. Пытаются красиво, на радость зрителям своим, которые пришли поболеть за своих кумиров, показать красиво. Вот Оливье Банжо. Оливье Банжо, знаете, так, вот знаете, как смотрит, так, куда можно дать пас. Вот очень хорошо играет. Вот пас на центр. Грегори Гранжо забивает четвертый мяч в ворота белорусов. Ну что сказать, не могут белорусы вот ничего противопоставить вот такой комбинационной игре сборной Франции. Ну посмотрим, что получится. 4-0 впереди французы. Ну вот я вижу, Вячеслав Лемешевский выходит на поле и тут же, знаете, перехватывает пас. Ну вот не хватало Славика чуть-чуть. Видно, что-то было с тормозами у Славика. Вот он их смотрит. Ну вот с мячом команда Беларусь. Николай Бойко ищет, с кем пройти центр поля. Ищет Антона Власовца. Ну вот Николай почему-то отдал в борьбу мяч. Ну вот, благодаря там нерасторопности французских спортсменов, мяч покидает пределы поля. И начинает Антон Власовец. Ну, трудная сегодня игра для белорусских спортсменов. Настроилась хорошо французская сборная. Вот сильный удар Антона Власовца сбивает вратаря французов. Но мяч уходит в поле. И начинается вот такая битва. Вот газуют и Слава Лемешевский, и французский игрок. Кто пробует силой мотоцикла передавить и отобрать мяч. Ну вот решает, что неправильно действовали французские спортсмены. Мяч у белорусов. Начинают Антон Власовец с мячом. Начинают белорусы на половине французов. Ну вот что с моей вот точки зрения. Надо раздавать пасы. Вот с одного угла проходить и давать на дальний. Но больше другого варианта нет. Потому что очень плотный заслон ставят французы. Невозможно пройти через него. Это, ну, там чистая случайность или ошибочка. Может, это только при этой ошибочке можно попробовать этот вопрос сделать. Но пока мы видим, что вот уже второй период это не получается. Значит, надо что-то пробовать. Ну вот пока белорусский спортсмен играет в своем стиле, считает его правильным. Ну вот, Оливье Банжо, Вячеслав Лемешевский, плотно. Вот знаете, такая школа колосовская, можно сказать. Слава вот ярко выделяется на этом фоне. Плотно он прикрывает вот эти все атаки французов. Хорошо сидит на мотоцикле. Ну вот, французы опять скидывают мяч, отбивает вратарь Александр Колючич вперед. И тут же Оливье Банжо наносит удар в сторону ворот белорусов, но теряет теряет равновесие, падает. И вот показывают, что требуется замена, покидает поле. Ну, что-то видно с мотоциклом после падения произошло. Ну, обычно то рычаг ломается, то еще что-то гнется. Ну, вот пока белорусы в полном составе, французы в полном составе. Игра идет на равных таких весах. То французы атакуют, то белорусы. Ну, вот пока результативнее работают французы. Ну, у французов получается за счет комбинационной игры вот забивать голы. У белорусов пока нет. Вот сейчас падает Антон Власовец. Выходят один на один французы, но было поднято. Ранее было поднято. Поднят флажок арбитра, сигнализирует, что центр поля нет.
центр поля был пройден с нарушением. Остановка игры. Показывает Антон, что тоже у него что-то с мотоциклом или что-то требуется замена. Непонятно, что Антон покидает поле. Вот он опустил левую руку. Видно, вот он на нее так, ну, плохо упал, потому что вот трудное падение. Видно, пришлось Антону ручником оттормаживаться. Скользкое поле, подвернулся руль. И Антон вот со всего маха упал на свою левую руку. Ну, дай бог, чтоб ничего страшного не произошло. Николай Бойко, выход один на один. Ну, как так? И Коля бьет мимо ворот. Вот в своем стиле сделал такую огромную работу. Прошел к центру ворот. Нанес в дальний ор. Вратарь ничего не мог сделать. Но, вот знаете, такой рок преследует сегодня белорусов. Мяч ушел мимо ворот. 4-0. Впереди Франция. Хороший полуфинал. Для хорошей вот такой концовки, которая ждет нас завтра. Опять выход французов. Ну, Александр Калючич молодец. Вытащил такой, вот знаете, скоростной проход. Выбил мяч на угловой. Начинают французы. Что-то я не понял, там начало было углового, и уже удален второй номер сборной Беларуси Александр Лужанин. Белорусы втроем, без Власовца. Посмотрим, смогут ли белорусы выдержать этот натиск. Ну вот, плотным таким, ну вот, фиксирует немецкий армейский. Томас Тимон Ауэр фиксирует нарушение, показывает, что белорусы должны 16-метровой зоны начинать. Ну, белорусы, Николай Бойко отдает пас Сергею Куприянчику. Ну вот, мяч попал в колесо, так отскочил. Ну, не знаю, вот мне не видно, справился ли Сергей, овладел мячом. Сейчас у Славы Лемешевского, который выступает за российский клуб «Колос», который тренирует Сергей Крошка. Вот Слава неплохо смотрится в этой основе белорусской команды. Бьет Слава, но чуть-чуть уходит мяч, ну, от штанги, ну какие-то там 20 сантиметров, чуть-чуть не точно. Но вот упал белорусский спортсмен, не может встать, привалил мотоцикл. Но джентльмены французские даже и не попытались приподнять. Стоят и смотрят, как под мотоциклом лежит. Ну, их как бы тоже любитель мотобола, спортсмен. Но это не очень красиво. Стоят, разговаривают. Вот показывают Сергей Куприянчик, что против меня играли, ногой сбили. Но такой злостный судья, который не любит ни российских, ни белорусских спортсменов, скорее всего, Парт Пумба Нейман, карточки не дает, соответственно, ну просто постарше 16-метровый. Будут разыгрывать, да, скорее всего, разыгрывать. Николай Бойко в дальний угол, но чуть выше. Да, не получается что-то у белорусов, не идут мячи в створ ворот. Счет 4-0, второй период. Ну, очень трудно белорусам получается изменить ход встречи. Ну, вот мы видим, что выезжает ранее удаленный игрок сборной Беларусь. Сборная Беларусь в полном составе. Ну вот, знаете, вообще не мешают белорусы пройти центр. Французы вот так распасуются уже большими длинными передачами. Пытаются ну вот, раздергать оборону белорусов. Пока это у них все получается. Белорусы чуть-чуть побыстрее играют. Ну, сказывается или возрастная такая проблема в сборной Беларуси, или вот они устали. Ну вот сейчас овладевает Сергей Куприянчик. Бьют его в ногу. Бьют в ногу, но... Да, бьют ногу его французские. Это вот благодаря Геннадию Вакула, который все-таки начинает уже практически работать за
судей в поле, которые не обращают внимания уже на нарушения со стороны французских спортсменов. Ну вот Геннадий Вакула взял на себя смелость вот тут около стены французских болельщиков принять такое решение. Но ничего не оставалось немецким судьям поддержать. Ну вот, знаете, такая начинается газование. Начинаются такие уже вот нервы в игре. Белорусы чуть-чуть пытаются прибавить в своем таком натиске. Ну вот очередной штрафной. Но теперь будут белорусы бить французской команде, наносить удары. Вот восстанавливается стенка, отсчитывает судья 9 метров. Но он так посчитал, непонятно, посчитал все. Ну вот удар. Ну туда же бил, где стоял вратарь. Второй номер Александр Лужанин. Надо было, конечно, в дальний попробовать запустить. Ну вот, или прочитал все движения в французский вратарь. Но вот пытается Александр Лужанин пробить вратаря с угла. Но ничего не получается. Фиксирует судья, что белорусскими спортсменами было нарушено правило. Вот он показывает, что в пятиметровку. Или что-то такое. Но французы начали быстрый проход. Перешли центр. Вот все, они на половине белорусов. И вот пытаются очередную провести атаку с мячом. Седьмой номер Конта Флорес скидывает на Оливье Банжо. Оливье Банжо пытался вот пробить, но мяч пошел просто прямо, не изменив траекторию в сторону ворот, потому что Банжо находился, ну, не на прямой линии удара по воротам. Но вот Николай Бойко со Славой Лемешевским проводят проход. Слава на скорости пытается войти. Вот, да, вот скоростя. Вот Слава красиво обманул. Слава. О, белорусы молодцы. Размачивает счет, пытаются французы показать, что их сбили, что их там поубили. Ну вот, не знаю, игра окончена, засчитали или нет. Ну, на табло меняется 0 на единицу. Будем считать, что гол засчитан. 4-1, Белоруссии удается размочить счет.